В 10-й раз на главной площади областного центра состоялись любимые омичами весенние забеги. Легкоатлетическая эстафета на призы правительства Омской области собрала в этом году 1680 спортсменов из 120 команд общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, высших учебных заведений. Соревнования традиционно открывают летний беговой сезон при Иртышье. Очень приятно, что в этом году мы проводим уже 10-ю легкоатлетическую эстафету. И в соревнованиях примут 1680 учащихся учебных заведений Омской области. Это, конечно, не рекорд, но очень приятно, что активность учебных заведений достаточно высокая. Участники эстафеты стартовали в 5 разных группах. Это команды учащихся общеобразовательных школ, учреждений начального профессионального образования, среднего образования, сборные учащихся высших учебных заведений и команды преподавателей. Ну для чего? Для себя, для личного результата. Спорт. Я сам занимаюсь спортом, панкратионом. Вот, решил здесь себя попробовать, как побегу. Уже не первый год подряд чемпионами в забеге среди учреждений высшего профессионального образования стали студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Не первый раз уже выигрывает, и я так думаю, нас качает командный дух и стабильность на всех этапах. Но мы очень рады выигрывать. Ну, вот дарим победу всем окружающим. Среди учреждений среднего профессионального образования первыми к финишу пришли атлеты Омского авиационного колледжа имени Жуковского. Самая быстрая общеобразовательная школа номер 123. Все сплоченный коллектив, тем более мы 11 класс, мы очень хотели этой победы, потому что мы выпускаемся в этом году, и нам хотелось занять первое место напоследок, чтобы осталось какое-нибудь хорошее впечатление от школы. Среди учреждений начального профессионального образования не было равных студентам училища номер 21. Лучшей командой преподавателей стала сборная Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.